Сегодня замежные военные атташе, аккредитованные у Беларуси, завершили двухдневный визит в Гомельскую область. Гостям довелось побывать на Червонобярыжском мемориале детям ахвярам Великой Отечественной войны, у одной из воинских частей региона, на кондитерской фабрике «Спартак» и у палаца Румянцевых и Паськевичу. С визитом на Гомельщину прибыли 20 дипломатов с 14 краин света. У их лику из Вьетнама, США, Литвы, Польши, Японии, Венесуэлы и інших. Программа была распрацавана на основе пожаданий замежных гостей, для яких у першую чаргу важно ознайомиться со спецификой деятельности воинских частей, социально-экономичным станом регионов Беларуси. А наведывание культурно-гістарычных объектов допомагает до конца сформировать восприятие дипломатами нашей краины. Позвольте выразить свою благодарность от всех военных атташе, аккредитованных при Министерстве обороны Республики Беларусь, и за предоставленную нам такую возможность посетить такие старинные места, но это и еще местным органам власти города Гомеля, потому что как человек, который первый раз в Республике Беларусь, как первый раз в городе Гомеле, Гомель — это старинный город, очень старинный город, потому что очень хорошее впечатление. Здесь можно увидеть контраст древней архитектуры и модернизации. Это как бы придает особенный колорит вот вашему городу, ваши кондитерские изделия, они очень как-то почетно и в моей стране. Я уже так и до приезда в Беларусь, я уже ознакомлен с вашей продукцией. Но я думаю, еще, если будет такая возможность, я думаю, что она будет еще раз приехать со своей семьей. И только не на 2 дня, еще на дольше, чтобы вот досконально вот ознакомиться вот с состоянием вашей культуры, вот с этим красивым городом. Дипломаты по вартости оценили визит в Гомельскую область, об чем свідчили шматлікія словы подяки у завершении встречи.